А сейчас песня про разведенку новая. Кстати, блядь, хорошо бы было бы еще водки ёбнуть. Она сказала, что бывший муж мудак и ничтожество. Новинки романтического кино. Сказала, что сыну 15 лет, она не может найти с ним контакт. Что такой молодой не чувствовал себя давно. Тю, так хорошо. Я приду теперь еще. Полноценности. Типа о той сравальным личиком не мечтая, а тут что хочешь, то папаша той бери, сейчас. Папаша дура, не пара тебе, гадина! Больше! Не приду к тебе больше! Я не приду к тебе больше! Я не приду к тебе больше! Я не приду к тебе больше! Не приду к тебе больше. Иди поскорби, сколько погоди.
Костяный, Саша Михалюта, МС Паштет и Егор Летов. Че Гевара? Oh,
Люди братья, для меня они уроды. Наша папаша умирает, они несчастны и работы. Они написали первого, а что было настоящий мужик? У меня другого ловы, ведь я пришел и хоть не верю. Жахать. Я шучу. IQ давай. В жопу IQ. Бер кого, блядь? Я рычит IQ. Давай телефон. Играй телефон. Играй гармонию. Нет, это не будет. О, Димон, диск. А давай еще по одной там это. Шлёп, если у тебя есть желание. Вообще, да. Ну, потому что тяжело такое играть. IQ туда через коллег будет короче. А это не IQ. Ты не знаешь, ты пиздишь, короче, ты не знаешь, что ты пиздишь. Дай ему Отгоните Калину нахуй оттуда. Охрана! Где охрана из ПТУ номер 46, которая тут? Кто пустил Калину? Блядь, Так, бабушка Европа! Какая же маленькая! Hey!
Вот только что было замечательно. А вас, Василий? Так не забыли, что ушел, конечно, с концерта. Нахуй мы. Короче, грехов, там есть оригинализм, там, ну чуваки говорят по-своему. Короче, у нас была песня Лена Беркова. Я не знаю, что, почему мы написали про такое одно, как Лену Беркову. Лена Беркова, правильно сказать. Та не, она не дрочил даже. Я дрочил, короче, на Лору Синклер, там, на Эрику Беллу, там, ну, на всякую, ну, старый. На дичь, короче. На нее, конечно, бесово. Говно, блядь, кошмар. Это реально дно. Но два года назад, по-моему, короче, ну, просто снизошло чудо. Вернулась в строй Келли Стаффорд, которая приехала в Будапешт, короче, к Рокаси Фредди, который насыпал снег во время встречи туда. И вернулась два года назад Лена Беркова, и доказала, что она, блядь, дно, короче, страшное дно. Поэтому песня Лена Беркова превращается в песню Келли Стаффорд все-таки. Вот это вот, да. Впечатление. Ну потому что когда там детство случилось, они там 35 лет, как мы с паштетом, а когда там 12, на вписке. О, вот сейчас после этой песни мы будем готовы с ним.
Громче всей пачки. Но по-крутому я скажу, на сцене. Андорра! Но громче хотя бы колено в натуре. Ноль плюс два. Oh,
Мужики, скоро заканчиваем. Практически народная песня. Скрябин. Скрябин убил Патрушенко. Ты сейчас посвящается. Yeah.
ночь я бригадир НРСО. Нарисал буду звездный стен и звездную разбитую команда наша. Да.
Илья Пророк на стял встал. Что, мужики, заканчиваем потихонечку эту бессмысленную акцию и Иона, короче. Хотя другие хорошо, кстати, это вы такие вялые, вы все привыкли, короче. Когда все было в ПК, было все хорошо, когда все перешли в ФП, все стало плохо. Вот, все. We'll be right back.
жизнь.